Чинбай, город, Чинбай, Усп, Чимбай, Чимбай, Каракалп, Шмбай, Шмбай, город. С 1926 года в Каракалпакстане, Узбекистан, находится в 56 километрах от столицы региона города Нукус. На 1991 год проживало 28,8 тысяч жителей. В городе расположены хлопкоочистительные, пищевые предприятия. История Чимбай был построен в 17 веке в качестве крепости рыбаков и скотоводов. В ходе раскопок каракалпакских археологов в 1976-77 годах были обнаружили артефакты, датируемые 7-8 веками. В исторических источниках город первоначально называется Шахтемир. В 1643 году была построена крепость на Аральском море, входящая в состав Хивинского ханства. Чимбай был центром прибрежных районов. В 1740 году лейтенант Гладышев посетил Шахтемир, позднее рассказывая: «Дома в этом городе построены из глины, окружен рвом, имеют поблизости озеро. Население пьет воду из колодца, в окрестностях города встречаются одиноко растущие камыши. Расстояние между морем и городом составляет 2 дня. 2. На карте, составленной геодезистом Муравиным в 1741 году, также изображен Шахтемир.